Всем привет, мои любимые, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал, на мою кухню. Всех очень рада здесь приветствовать. Мои дорогие, сегодня мы вместе с вами приготовим, очень-очень вкусный салат. Его могут приготовить и отведать даже те, которые сидят на правильном питании, которые следят за своей фигурой. Этот салат сейчас подается во многих ресторанах нашей страны. Очень-очень вкусно, просто и доступно. Давайте готовить. Итак, мои дорогие, это салат с консервированным тунцом. Значит, нам потребуется салатный микс. Я уже приобрела готовый в магазине. Здесь несколько видов салата. Здесь и шпинат, и руккола, и свекольная ботва, и обычный зеленый салат. И многое другое. Можно взять какую-либо одну зелень, вашу любимую. Можно сделать микс из двух видов зелени, как вам удобно. Большое красивое блюдо. Итак, выкладываем салат на блюдо. Салат необходимо хорошенечко посолить, салатные листья, чтобы салат у нас не был пресным, обязательно. Не пропускайте этот шаг. Затем нам потребуется сок от половинки лимона. Хорошенечко вот так вот сбрызгиваем салатные листья. Вот такие вот красивые, сладкие помидорки черри. Штучки 4, мне кажется, будет достаточно. Делим на 4 части. Если очень маленькие помидорки, можно на 2 части. Это очень-очень вкусный салат, я вас уверяю. Гости и домашние будут в восторге, если тем более любите салаты с морепродуктами. Далее у меня здесь маслины без косточек. Можете взять нескольких цветов, тоже будет очень красиво, интересно. Делим вот так вот пополам. Можно целыми добавить, кстати, если хотите. Я всегда разрезаю напополам. Затем берем консервированный тунец. Сливаем весь рассол или масло обязательно. Аккуратно извлекаем из банки. Нарезаем, либо вот так вот слегка можно пройтись ножом, даже не резать. И он расходится на волокна. Очень вкусно пахнет, салат просто потрясающий. Знаю, что сейчас молодые девушки предпочитают вот именно такого рода салаты, знаете, без майонеза, без сметаны, то есть, да, те, которые придерживаются правильного питания. Но это просто идеальный вариант. Очень вкусно и полезно. И вот так как я работаю в перчатках, могу себе позволить прямо руками выкладывать рыбу. Посмотрите, какая красота! Просто салат на миллион, я считаю. Это очень-очень вкусно. Всегда, когда готовлю этот салат на наши мероприятия семейные, этот салат расходуется всегда первый на столе. Очень вкусно. Слегка сверху тоже посолить. Не бойтесь, не переборщите. И поперчить. Здесь у меня смесь перцев разноцветных. Ну, это по желанию. Я люблю. И последний штрих. Необходимо полить бальзамическим соусом.
обратите внимание, здесь не уксус бальзамический, а соус. Выглядит примерно так, есть в любых супермаркетах разные фирмы. Аккуратненько поливаем соусом. Думаю, достаточно. Все, мои дорогие, посмотрите, салат готов. Очень-очень празднично, красиво выглядит. Думаю, вам понравится рецепт. Обязательно приготовьте. Ну что, мои дорогие, приготовили мы с вами вот эту вот красоту. Посмотрите, какая красота. Какой аромат, все продукты, все вкусы между собой прекрасно сочетаются. А подача на черном блюде просто, мне кажется, великолепно смотрится. Играют все цвета, все краски, все очень-очень красиво и эстетично. Думаю, что не пожалеете, если приготовите салат у себя дома на кухне. Ваши друзья, родственники, гости будут точно в восторге. А вам, как всегда, спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. Мы с вами обязательно встретимся в следующем видео. Пока-пока!